Всем привет, с вами Вован, вы на канале Санчес и Вован, и сегодня у нас будет новая серия по Manager Drive. Серии достаточно давно не выходили, и, значит, сегодня будет очередная серия про дрифт, но это будет необычный дрифт, это будет очень опасный дрифт, потому что это будет дрифт с трафиком на огромных скоростях. Значит, предлагаю начать вот с такой вот 1200BX, вот такой вот капот D-Max, вот такая вот лавочка. Короче, что у нас сегодня в трафике есть, кстати, 1200BX такая же. Только стоковая жига такая, типа семерочка. Так, какая-то вот, я уже забыл, как называется. Еще одна такая тачка. И вот такая вот Audi. Это я, блин. Так, я немножко уже шатался. Я предлагаю начинать, поэтому погнали. Короче, итак. Значит, сегодня что у нас будет? Сегодня у нас будет реально лютый дрифт на огромной скорости прямо в трафике. Поэтому, я думаю, сегодня будет интересно. Так. Я постараюсь реально дрифтить. Ой, блин, как вы понимаете, это будет сложно. Так, все нормально, засейвил. Так, едем дальше. Давно не выходили серии по обимке, но скоро они будут опять выходить. Вот, наконец-то я постараюсь побольше их делать, все уже. Блин, это было так опасно, слушайте. Я всего лишь снял бампер, это прямо по кайфу. Потому что я думаю, будет гораздо хуже. Так, продолжаем, короче, гнаться. Так, стрелка, что у нас здесь делает? Так, погнали. Так, постановка. Это, конечно, дрифт травки, это такое себе удовольствие, все хана. Ну, слушайте, пацаны. Ну, удар, мне кажется, неприятный. Неприятный. К счастью, машина у меня, если была праворульная, было бы гораздо хуже. Но так как она леворульная, я думаю, что водитель бы не пострадал. Конечно, тут понятно, что тут минус подвеска. В принципе, машина полностью в хлам разбита. Вот. Собственно, вот что произошло с этим автомобилем. К сожалению, он пострадал очень сильно. А вот что произошло с автомобилем, в который... А, понял, уже ничего не посмотрим. Ну ладно. Итак, значит, первая тачка у нас уже отъездила. У каждой тачки будет, как обычно, по одной попытке. И следующий я бы очень хотел взять Nissan 380SX. Вот такой вот. Ой-ой-ой-ой. Всё. Давай, выезжай, блин. Ну, ё-моё, ну ты чё, серьёзно? Сейчас, короче, мы заедем. Итак. Значит, вот такой вот Nissan в обвесе, по-моему, вроде Rocket Bunny, может, Pandem. По-моему, Rocket Bunny все-таки. Вот. Какой крутой обвес у него. Я думаю, что на таком SX просто дрифтить это только надо это делать. Итак, значит, опять же, леворульная машинка. Вау! Понятно. Зря я показал, что она леворульная, потому что я тупо взял и как бы все. Ну, как бы, у Жигулей очень неприятно. Произошел удар, плюс мы еще и вцепились, но, к счастью, не сильно. Ну, короче, вот, я думаю, вы сами видите, что произошло с моим автомобилем. Ему просто хана, там он торчит фильтр. Блин, бедный автомобиль. На седьмой он может передвигаться, и, конечно же, он уже не будет дрифтить, хотя... Нет, почему? Это будет, смотрите. Он спокойно наваливать боком может. Это, конечно, можно, если назвать, наваливать боком. Ну, короче, я предлагаю сразу поменять и взять вот этот вот автомобиль. Я хочу взять Marcinchellus. Marcinchellus 200BX, GBX 100. Вот такой вот 90-й марчок. В ливрее HKS. Короче, просто очень круто сделан. Стритовый такой максимальный. Просто офигенный. Я подумал, ай! Это было очень опасно. Это было прям очень опасно. Я снял об него бампер. Так, ну пока что вроде нормально. Да и более-менее. Получается так, но пока что вроде едем, блин. Ау! Вот. Вам мне объяснить, что за автомобиль такой Toyota Mark 2? Ее постоянно тянет нас тут намотаться. Вот мы намотались на дерево, как бы. Я ничего не хочу говорить, но машина у нас уже немножко пострадала. Как бы да. Блин. Ну ладно. Вот. Окей. Следующий автомобиль, который мы будем с вами использовать, и это будет... Так, кого бы взять? Так, Доллер Бигл, а у него ручник не работает. У него не работает ручник почему-то. У этой модельки он не работает. Ладно, так, здесь у нас что-нибудь есть новенькое? Ну, здесь у нас ничего новенького нет. Но, тем не менее, я бы хотел взять вот этот автомобиль. Это у нас Blue Bug Drift. Ну, я думаю, вы уже видели. А хотя, может, не видели.
Короче, вот такая вот старенькая импала дрифтовая, которая будет наваливать бок. Я думаю, что это будет прикольно выглядеть. Я предлагаю на ней нафалить. Итак, погнали. Чё, разгоняемся потихонечку. Ее будет, наверное, сильно нести. Так, осторожненько, там у нас Ауди. А, и стоп, это не Ауди, ладно. Так, ну, знаете, здесь я засейвил. Здесь я засейвил, могло быть все гораздо хуже, но, тем не менее, здесь я засейвил. Красава. Разъехались. Ладно, погнали. Так, Жига. Вау-вау-вау-вау, Ауди. Слушайте, ну, пока что нормально, знаете, пока что нормально идем. К счастью, пока что ДТП не было. Не знаю, сколько мы еще, конечно, проедем на этой машине. Напишите в комментариях потом, на какой машине больше всего проехали. Вот. Но их будет сегодня много. Так, осторожненько объезжаем. Так. Не ушататься бы в трафик, конечно. Осторожно, осторожно. Но это, знаете, это по лайтам. Это вот лайтово. Это просто kiss the car. Мы так чисто крыло заднее подмяли, а так все хорошо. По сути, тут ничего особенного такого не было. Да он даже сам водитель продолжил езду, поэтому, мне кажется, ему тоже все равно. Вот, так, едем дальше. Опасно, опасно. Воу-воу-воу, пацаны, вот дрифт. Опасно, блин, сейчас будет kiss the car. А, нет, не было. Так, разворот небольшой, ладно. Так, у нас перезапустился двигатель. Так, едем дальше. Так, осторожно объезжаем. И тут резко... Блин, там же трафик впереди. Ёлы-моталы, сейчас намотаемся. Чё, нет? Ой, Ауди подрезали. Слушайте, хорошо, что мы в Ауди въехали. Она нам помогла. Она нас, можно сказать, спасла. И, к счастью, машина может продолжать движение. Конечно, она уже понятно, что не совсем целая. Но, тем не менее, смотрите, автомобиль продолжает движение. Мне кажется, это пока что автомобиль, на котором мы больше всего проехали. Потому что... Ну, на данный момент точно. Ой, блин, лак-лак-лак-лак, блин, из-за лага я улетел! О, нет. Но я не ушатался, это уже хорошо. Так, надо бы как-нибудь заехать по-хорошему на этот склон. А, вообще пофиг, да? То есть, так, у нас отвалилась передняя панель, радиатор отвалился, машина начинает кипеть потихонечку. Так, это не Жига, это Ауди, ладно, продолжаем. Блин, трафик, ёлы, а вот и Жига. Только вспомнил Жигу, вот она и есть. Так, авария с Жигулями. По сути, слушайте, ну знаете, мне кажется, вот если мы сейчас бампер оторвем, мы же его оторвем, верно? Давайте въедем в Жигу. Надо, чтобы бампер оторвал. Давай, 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 бампер оторвай. Оторви бампер, пожалуйста, оторви. Я хочу продолжить. Yes, мы оторвались от Жиги, правда, бампер не оторвали. Но тем не менее, смотрите, даже после такой аварии автомобиль способен... Это было очень опасно, пацаны. Сейчас просто могло все закончиться. Блин, конечно, уже из-за дыма будет, точнее, из-за пара фигово видно, но тем не менее. Так, пока что, смотрите, автомобиль пригоден для дрифта даже после такой аварии. Конечно, он уже, понятно, что он уже расколбасит его жестко по дороге. Он же ровно ехать не может. Но тем не менее... Кусты вообще посередине шоссе выросли. Но тем не менее, пацаны... Автомобиль очень хорошо наваривает, так на ступ не наматываемся. Так, осторожно, 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 засейвил, ты чё? Я думал, я ушатаюсь, а не ушатался. Так, ой-ой-ой. Ну тут как бы, да, у меня больше слов нет. Я просто сейчас выйду на солнышко, чтобы посмотреть повреждения. Тут как бы больше слов не может быть никаких, потому что так все понятно, собственно. От машине хана. Но! Это реально достойный автомобиль. Он проехал больше всех пока что. И не знаю вообще, может, возможно, он больше всех проедет. Но смотрите, автомобиль разбит. Разбит в круг. Но он не критически разбит. Ну, то есть, как бы, самое, я имею в виду, если судить по здоровью человека, которого водитель, который бы в нем ехал, ему, я думаю, ничего не грозит. Потому что, ну, особо тут такого ничего не было. Так, давайте какую-нибудь машину возьмем. Побыстрее, давайте вот эту. Не для дрифта, а чтобы выехать из этой канавы. Точнее, короче, да, заехать обратно на шоссе. Вот.
Давай, да. Ой, понятно. Ну, короче, автомобиль полностью пригоден для дрифта. Говорил Блюбак, старенькая и пала. Я уже, мне страшно, почему там текстурки растянулись. Лак для волос. Смешно сказал, ладно, смешно. Короче, о, слушай, ну здесь у нас все гораздо хуже. Хотя, знаете что, ну опять же, тут понятно, что морда разворотила у автомобиля, но тем не менее, он как-то, как бы, знаете, не пострадал. Он, в смысле, водитель точно не пострадал. Конечно, машина не пригодна к восстановлению, но, одним словом, машина может быть... короче, водитель может быть здоров. Ибишу Целита. Давайте возьмем с вами Ибишу Целита. Чего? Рио S13 Silvia с кастом. Мне это интересно. Так, что это за Silvia? Сейчас мы посмотрим. Прям буквально через минуту. Итак, извиняюсь за мой отход, но тем не менее я пришел, и мы спокойной совестью можем продолжать смотреть, что это за кастом S13, который вообще не S13. Давайте посмотрим. Итак, это машина, которая якобы сделана там с типа кастом S13, но это не S13, но короче, выглядит она люто, больше напоминает какую-то хакасуку, но тем не менее, слушайте, ну выглядит она прикольно. Сейчас посмотрим ее в дрифте. Мне нравится, как она бернаут. Так. Во-во-во! Блин. Извините, но я переспавлю, потому что по факту она не ушаталась, но она улетела, короче, в поле, и как бы ее тут уже... Я понял. Короче, ладно. Это машина, которой сложно. Достаточно сложно. Давайте возьмем еще одну Ибишу Целита. Но я хочу попробовать Мария Такияри. Что это за автомобиль? Мария Такияри. Мне это очень... Чё за Бусудзоку? Ё-моё, вы... Ёлы-моталы, вы посмотрите, что это? Диски какие крутые. Интерку... Ё, блин, гудки, чего? И вот эти трубы из капота, которые просто лютые. Дактейл такой, ё-моё. Расширение лютейшее просто. Вот так-то все выглядит от первого лица. Но, тем не менее, автомобиль лютый. Давайте разгонимся хотя бы до 100. На 120 и будем наваривать боком, если, конечно, это получится на этой машине сделать. Потому что развал дикий. Так, ну пока что, знаете, пока что вроде нормально. Хотя 30 сейчас это не дрифт, но тем не менее мы едем. Так, заезжаем в трафик. Сейчас будет крутая перекладка. Точнее, прям постановка такая, наверное, будет. Понятно. Стоп, 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 стоп. Еее, пацаны, ну мы прям все, мы засейвили. Итак, следующий. Так, давайте. Давайте. Мы еще не закончили с этой автомобилью. У нас просто. Ё-моё, вот этот камень мог принести нам ущерб очень сильный. Он его нам принес? О, хорошо, хоть есть здесь не такой склон. Да, он нам принес ущерб. А, нет, не принес. Блин, что за машина такая? Она просто лютая, она не может. Она просто дико дрифтит. Так, блин, стоп, посредине трассы, вы что, больные, что ли? Просто намотался и все, ладно. Слушай, ну эта машина достаточно дрифтовая, но ее прям каждую 5 минут разворачивает, поэтому ей дрифтить достаточно сложно. Я предлагаю взять следующий автомобиль, который будет гораздо лучше, который будет гораздо лютее. Итак. Ну, короче, ладно, берем следующий, чтобы на ней не мучиться. Она у нас очень разворотливая, поэтому мы берем следующий автомобиль. Тем не менее, мы уже проехали на очень большое расстояние по карте. Так, следующий автомобиль, это будет Ибишу Чесай. Тут у нас есть... А куда и шел? Каралли, трекдей, дрифт, пи, кастом. Я хочу вот это попробовать, миникорн. Так, что это за миникорн, пацаны? Во-первых, выглядит он максимально люто. Это уже первая такая покраска, красный каркас, варной. Такие японские диски, и вот это вот как бы... Турбинки, которые просто выходят на, короче, из капота. Это, мне кажется, будет максимально люто. Ой, блин, офигеть, они там будут. 150 км в час на маленькой тачке. На такой. Так, постановочка. Блин.
Воу. Так, понятно, мы уже потеряли колесо. Ну, короче, пацаны, вот с вашего позволения, этой машине единственной. Я даю один шанс, еще один. Потому что я считаю, что она его заслуживает, она просто лютая. Так, давайте даже посмотрим, что у меня от первого лица. Вот, ух ты ж, блин, тут такой электронный спидометр. Ладно, погнали. Так. Блин, 200 километров в час! Понимаете, что сейчас не... Ой. Итак, что же будет дальше? По-моему, все, да? То есть дрифта больше не будет? Ну, знаете, я даже рад, что так все закончилось. Конкретно, да, хотя, может, еще не закончилось. Нет, закончилось. Знаете, конкретно для водителя это идеальный вариант. Потому что никто не пострадал. Ну, по сути, машина только пострадала, а так-то человек жив. И все нормально с ним. Просто на скорости 200 улететь в отбойник, как бы такой себе. Итак, и Ibisu Condensa есть вот такой вот автомобиль. Это как бы, как будто бы рестайлинговый Ibisu Covid. На люто жирная, просто расширенная в хлам. И вот эта вот тачка, она лютая. Она просто сделана для дрифта. Так. Я думаю, видите, какой кидает просто, когда я на газ нажимаю. Блин. Это она еще с ESC дрифти со стабой, пацаны. Понимаете, что, если будет, что будет, если стабу отключить? Есть жига! Мы просто подбили жигу, она улетела, а у нас как бы, да, крыло улетело. Мы сами улетели. Но мы можем выехать, потому что машина страшно мощная. Нам пофиг. Автомобиль очень мощный и как бы... Блин. Ё-моё. И это со стабой. Но, слушайте. Мы продолжаем ехать. Пофиг. У нас... Хана... Чему? У нас вообще... Что? Блин, мы не можем забраться. Это фигово. Ладно, давайте возьмем разгон лютый какой-нибудь так. И запрыгнем. Еее. Итак, едем дальше. О, блин, это жопа какая-то. Пацаны, у нас капот, блин, висит очень смешно. Это очень... О, кис-закар был. Это очень лютый автомобиль. Мы едем на встречку, потому что она неуправляемая. Я предлагаю закончить на этой с этой машиной и просто взять следующую. Зачем я съехал только что? Вот зачем, объяснить? Зачем? Нахрена? Если я мог спокойно не съезжать и выжить. Ну, в смысле, короче, да. Хотя она, наверное, и так выйдет. Давайте попробуем заднюю врубить. Втыкай заднюю. Давай, втыкай. Чего? Чё, блин? Ты можешь выйти? Давай, 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 ты справишься, конденса. Еее, все, пацаны, капот отлетел, машина справилась. Слушайте, у меня есть дикое желание продолжать на EDFC. Но мне кажется, это уже не получится. Хотя, знаете, если вот так вот попробовать, типа, под рулю, о, да. Не, пацаны, харе. Что с автомобилем? Ну, мы просто лишились передней части автомобиля. Тут как бы, мне кажется, комментарий излишний. У машины больше нет передней части. Следующий автомобиль, который мы с вами возьмем, и это будет... Так, мы спускаемся постепенно. Так, а тут есть что-нибудь дрифтовое? Ну, кроме дрифтмиссов. Ёперный, нет, нет ничего дрифтового. Но! У нас есть... ETK CS, да? Ё, нифига, вайтбоди. Короче, пацаны, вот такая вот тачка. Ё, это чё... Это что за Need for Speed Underground? Смотрите на диски Cosmos. V12 написано просто. Вон, V12 написано. Вот такая вот морда. Слушайте, мне кажется, это максимально тут люто выглядит, поэтому... Она очень быстрая и лютая, пацан. Чего? Чё это за тачка? Я ее никогда еще не тестил, поэтому я предлагаю затестить. Итак, продолжаем. Осторожно. И... Чего? Пацаны, я тут... Я об упавшее дерево разложился. Но знаете... Ей насрать. Она продолжает ехать. А вообще пофиг. Полбока нету. Точнее, бочины нету у машины. А ей вообще все равно. Про она больше не... Понял. Да, чего? Я нашел самую неубиваемую тачку, пацаны.
Что это? Это уже остатки. Они едут. Давайте просто посмотрим, до сколько она еще проживет. Просто давайте посмотрим. Мне просто интересно. Я даже ничего не хочу говорить про выхлоп, который в таком интересном положении находится. Я просто хочу посмотреть, сколько она еще проживет. Давайте попробуем. Так. Осторожно. Главное. Он разворачивался прям посередине. Так, у нас ручник вообще работает, у нас не работает ручник. Но, блин, это что за Франкенштейн? Так, давайте шашку сделаем. С трудом. Но уверенно. Так, осторожно, осторожно. Жига, 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 жига. Ауди, так. Нормально, нормально, нормально. Едем пока дальше. Едем дальше, все отлично. Так. А вот сейчас я главное в эстакаду не убраться. Отлично. Дерево. Чего мы в дерево не убрались? Так. А вот сейчас вопрос. На засыпку. Поедет ли автомобиль? Конечно бы он поехал, если бы у него не был сломан кардан. Вы просто посмотрите, что это за... У машины просто двигатель вот так торчит. Просто машина в хлам раздолбана. Тут как бы ничего живого на этой машине уже больше нет. Живого места. Но тем не менее, она будет в таком состоянии. Мы берем следующий автомобиль, и это будет. Не хотел я, конечно, это брать. Но... Да. Это будет очень лютый хэтчбэк. Гаврил. Вот такой вот хэтчбэк. Он очень лютый. Гоночный. Ё-моё, очень лютый. Гоночный. Конечно, лютый, как та тачка, но тем не менее. Хотя нет, лютый такой же. Мы сейчас попробуем на нем понаваливать. Боком. Если он, конечно, выживет. Дерево. Ой, жопой вошел, как больно. Так, ну, жопа уже немножко не целая. Но дрифт продолжается. На этом стрит у нас не заканчивается. Мы выехали в дневной стрит. И, по-моему... Так, осторожно, осторожно! Ой. Блин. Да что такое? Чего? Че за брейкданс? Давай, 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 давай. Нет, нет. Или перевернется. Давай переворачивай. Ладно, все не перевернется. Ну, короче, да. Я думаю, вы сами все видели, что было. Это лютая тачка, которая просто собрала трехочковую аварию, просто из трех машин сделала. С первой у нас просто бок и там морда немножко побита. С Жигой у нас как бы все гораздо хуже. Потому что морда разбита в хламину. А остальным вообще насрать. А, он просто пролетел. То есть, как бы машина раздолбалась, а он такой, а по кайфу на аудио, который, ладно. Следующий автомобиль, который мы с вами возьмем, это будет... Да, ребят, это будет это как А-сервис, если есть дрифтом. Мне вот, знаете что? Что такое Формула Дрифт? Что такое Формула Дрифт? Давайте посмотрим. Сейчас мы с вами... Нифига себе! Нифига себе! Это что такое? Обвесы, ворки, сзади такие японские диски. Вот так все, варной каркас. Ёлы-палы, DuckTale. Нифига себе, я вам скажу, сказал я себе. Так, поехали. Поехали, пацаны, это будет страшно, но это будет круто. Ай! Так, я думаю, я... Осторожно, осторожно, осторожно. Нежно, знаете, мы так нежно ударили эту Audi, что я даже не расстроился, потому что автомобиль продолжает свой путь, и как бы это, я думаю, самое главное. Но продолжаем ехать. Скорость просто лютая. Скорость лютая. Это... Вау, это было, мы зеркало снесли! Ой, блин, 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 сейчас улетим, улетим, улетим. Во-во-о-о! Завели уху. Блин, вот это, пацаны, страшно было. Просто я улетел в обочину, и как бы тут, ну тут как бы да. Дрифт на этом закончился. Это, но каркас, наверное, спас. Да, каркас реально вывез, то есть, как бы, ну, водитель вполне может не пострадать в такой ситуации. Ну, короче, машина и хана одним словом, но, тем не менее, каркас вывез. И бишь писима. Рейстюнь, что это такое рейстюнь? Рейстюнь это бишь писима. Йо, нифига, что за скайлайн? Задний фар прям как у скайлайна. У 32-го. Слушайте, ну... Морд такая... Напоминает Понтиак и скайлайн. Одновременно. Как это возможно, я не знаю. Но тем не менее, мы выезжаем на них в стрит. И хочу посмотреть, на что она способна. Потому что автомобиль выглядит очень многообещающе.
По крайней мере, со внешней части. Сейчас посмотрим, что у нее внутри. Что-то она как-то душно разгоняется. С отстрелами. Что-то ей плохо. Дрифт. Понятно, какой сейчас будет. Понятно. Отличный дрифт вообще. Так, что у нас там сбоку? Ой, блин, мы бензобак пробили. Понятно. Так, еще одна авария. Ну, просто разбили машину, как бы, да. А так нефиг делать. Как нефиг. Ну, знаете, автомобиль живой. Автомобиль может ехать. Автомобиль может ехать. Что по ходовой части? Подвески, как бы сказать, кобзда. Боку тоже кобзда левому. Но автомобиль, тем не менее, вывозится с огромной скоростью. Аж 200 км в час. Сейчас будет дрифт какой-то. Правда, это разворот, но тем не менее он был. Так. Что у нас там, как бы, вот так у нас все виды с салона. Но если водителю бы локоть не сломало, было все отлично. Ой. Я еще и в эстакаду шатался. В опору моста. Короче. Ой, блин. Не, знаете, хоть я и положил мотор на этом автомобиле, но он все равно подарил нам положительные эмоции, потому что автомобиль достаточно хороший, мне прям понравился. Он мне запал в душу. И я беру Ibisu Pissima, свою любимую, старенькую. Что это такое? Santos Driftwagon? What? Что за Santos Driftwagon? Нифига себе. Нормально Санта-Клаус раздает. Да почему Санта-Клаус? Санта-Клаус, Санта-Клаус. Дед Мороз, ёпта. Офигенный, пацаны. Офигенный автомобиль. Просто вагон новогодний такой, зелененький, с елочкой. Вышел летом в дрифт. Просто Дед Мороз решил понаваливать баком. Так, ладно. Мы улетели немножко. Но, тем не менее, этот автомобиль, он может дрифтить, я вам так скажу. Я думаю, он будет хорошо дрифтить. Не знаю, как по надели, но, тем не менее, посмотрим. Так, постановочка. Слушайте, ну, это интересно, 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 это интересно. Ладно. Короче, продолжаем. Следующий наш, хотя, в принципе, мы еще это не доделали. Так, постановочка, перекладочка, ручничочек, чтобы так засейвили, засейвили, засейвили. Вот, давайте попробуем от первого лица, хотя я бы не советовал себе так делать, потому что это очень опасно. Потому что я сейчас просто ничего не сделаю. Потому что я играю на клавиатуре, а не на руле. Так. Все понятно. Здорово. Замедление. Замедление. Я просто хочу посмотреть, что будет. У меня есть, по-моему, шанс еще остановить автомобиль. Я, пожалуй, уберу замедление. Нифига себе я засейвил. Нормально. Возвращаемся в трафик. Дед Мороз вылезает из кустов, пацаны. Не вылез. Все. Хана. Но он больше дрифтить точно не будет 100%. А вот то, что мы разбили машину, это тоже 100%. Автомобиль разбит полностью. Ну, не полностью, но, по крайней мере, он точно больше не поедет. Да. И последний на сегодня, пацаны, последний. В следующих сериях будет еще больше дрифтовых машин. Но последний на сегодня я просто хочу взять вот эту. Нет, нет. Дрифт Миссл. Интересно. Toyota Supra Дрифт Миссл. Я такое еще не видел. По крайней мере, не в жизни. По-моему, не в... А что, как бы, по покрышкам? Понял. JZetic. Да. Ну, это Миссл. Миссл настолько, что на передней покрышке... Называется, когда на передней покрышке не хватило денег. А дрифтить хочется. Ну ладно, будем дрифтить так. Слушай, она тогда же лучше дрифтить, мне кажется. Или мне кажется. Понял, мне кажется. А может она поедет еще? С кайфом. С кайфом, пацаны. Правда, у нас выхлоп немного не в том месте торчит. Но с кайфом. Супер двигается. Супер едет. JZ крутит. Нормально все. Мы едем прямо реально боком. Прям в прямом смысле боком. Мы доехали боком. Ладно. О, нет, пацаны. Вот это уже опасно.
Да. Кобзда. Ну, короче, ой, блин, замедление. Мы даже не успели включить замедление, но тем, блин. Мы раздолбали GZ, Стилов плачет. Ну, короче, да. Она до сих пор едет? Что? Пацаны, эта супра до сих пор едет. Мне кажется, я знаю. Скоро будет серия про тест автомобилей на выносливость. То есть мы будем ехать на них до последнего. То есть они будут попадать в аварии, но мы будем посмотреть, до какого, какая машина будет проедет дольше всего. Вот так вот. Ну что, ребят, а на этой ноте я хочу вам сказать всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Вован, вы были на канале Санчо Саван. Всем пока, до новых встреч. Это был дрифт, лютый дрифт, скоростной дрифт в трафике BMW Drive. Всем удачи и всем пока.